Жителей микрорайонов Южная Видная, Купеленко, Завидная и Первый квартал волнует вопрос, когда завершится строительство долгожданного выезда на трассу М4 Дон. В настоящий момент работы идут полным ходом, а главное, самый сложный этап возведения новой дороги позади. В связи с особенностью рельефа строителям пришлось замещать участки грунта более плотным составом. Также возникали проблемы, связанные с погодными условиями. Когда нам надо было, чтобы было сухо и тепло, было мокро и сыро. Когда нам нужны были морозы, морозов не было. Морозы нам нужны были для разборки грунта за обицей. Там колоссальный объем, потому что техника тонула. И приходилось там придумывать всякие истории, как его переместить. Ну, в итоге справились. Сейчас завершается установка водопропускной трубы через речку Битца. Это один из самых трудоемких этапов работы, занявший в общей сложности около 4 месяцев. Смонтированы две трубы диаметром 3 на 6 метра, они сборные, выполнены габионы. Сейчас идет обратная засыпка ПГСом и планируем уже через 2-3 недели перейти песком на сторону Забиться. Также в ближайшее время строители приступят к установке освещения на протяжении всей будущей дороги. Длина нового участка составит около 1,5 километра, а вместе с реконструкцией Донбасского моста и Донбасской улицы почти 2 километра дорожного полотна. В мае запланирована укладка нижнего слоя асфальта, установка ограждений и подготовка тротуара. После завершения основных строительных работ на прилегающей территории будет проведено озеленение и благоустройство. Сдадут дорогу в эксплуатацию летом этого года. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.